День начался с великих переговоров и серьезных трат. Траты на сотни тысяч, переговоры на миллионы. Мне приехала доставка «Магнит», замечательное качество продуктов. Там это апельсины, крабовые палочки, минтай, сахар для уксуса, надеюсь, получится, курица, икра, морковь и яблоки. Вот эта икра, здоровье обалденное, без калорий она совершенно. 15 килокалорий, замечательный и великолепный вкус, рекомендую попробовать. А это мой завтрак обед, свиная вырезка. То же самое, что куриное филе, только жестче и сухее. А это следующая доставка из Дикси. Здесь творог обезжиренный, мука, пшено, мое любимое, свекла и яблоки, икра. А курица исчезла в воздухе, не довезли ее до меня. Кстати, пакеты у них платные и доставляли Яндекс.Гоу через такси. Сегодня я показывала Олегу фотки с прошлого телефона. Здесь полтора года Азии, а также время, когда я приехала в Башкирию. Я случайно закрыла гештальт. Мне попадается видео из Таиланда, двухминутное, где я просто иду по дискотеке, себя снимаю, тут меня выцепляет из толпы бразилец и пытается меня поцеловать. А я брыкаюсь и отворачиваюсь. И я с 2018 года думала, почему я брыкалась, почему я отворачивалась, почему мы с ним не поцеловались. И в 2024 году я нахожу это видео, где я брыкаюсь, но мы-то там целуемся. Я этого не помню. Ну, в общем, гештальт закрыт. Было интересно. А это со мной случилось хорошее добро. Представляете, у меня во время качания на качелях выпал футляр от наушников, и человек, курящий человек, с 10 этажа кричал мне во все горло, чтобы я услышала и вернулась за ними. Он еще из орки глаз вообще увидел это. Просто прелесть. Бро, спасибо тебе. Я не понимаю, почему это происходит. Блин, это бесит, я выделил вообще фигню, я с этого момента, я могу трубку дышать, мне нифига не покажет, почему так происходит, непонятно. Олег, я не могу сейчас с тобой говорить. Все, я не извинюсь, все, давай. Мне очень некомфортно слушать этот голос пьяный. Вообще ни разу не забавно. Я не могу. Блять. Меня так отвернуло. Человек стал такой далекий, что все эти фотки такие личные, там в том числе детские. Мне стало неприятно, и я переписку снесла.